сегодня, короче, у нас слон. Такого слона я еще ни разу не видела. Да, я тоже. Вот нам наваяли за доллар слона. А это он из свечек, он сделал носы, вернее, рога эти. Вот эти самые, да. Раздай мне это, а то тут у меня шеф-повар страдает. $1 в Египте творит чудеса, смотрите. Да, ну, скажи же, он не лашка. У нас уборщик вообще клёвый такой. Да. По-моему, самый милый уборщик за все мои Египты. Да, он, во-первых, очень милый. Вот моя хорватская маечка, он ее приспособил. Посмотри, у нас язык у него есть вот так сфотографировать. И вон глазки из бутылок он сделал. А у него без глаз и слон. Вот хвостик, короче. Наш уборщик доллар отрабатывает по полной. Да, у нас возле кухни с тобой потом на 10 минут. Кто говорит, что в Египте плохо убирает, вот нам ни разу не пришло в голову залезть под кровать и посмотреть, есть ли там пыль. Или вот на этих штучках пыль протирать. Да, но зато у нас есть крокодил. Вообще смешно. И у него есть холодная вода. Сегодня у нас, короче, павлин-мавлин. Вот наш уборщик даже где-то надыбал разноцветных крышечек. Красненькие. В общем, доллар в Египте – это сильно. Еще я... Сегодня, короче, у нас вот лебедь. И лебедиха. А там вот маленький лебеденок. Что там у телефона болтает? Мы сегодня забыли нашему уборщику оставить доллар. Но он на нас не обиделся. Да, он нам сделал вот таких медвежат. Завтра мы ему оставим 2. Зато у нас каждый день чистые полотенца. А вот тут красненькое ушко. Что-то там еще зелененькое, из травки. Ну, глазки и носик. Мы вчера забыли доллар оставить уборщику. И вот сегодня решили, вот в него зайчика запихали 2. То он подумал, уже подбежал к нам, что мы что-то там обиделись, что-то не то было. Мы сказали, не, все хорошо. Сегодня у нас вот такая вот штука. Воду мы так и не взяли, потому что не вот. Это то ли ручки, то ли ножки. Наверное, ножки. Ножки, а ручки сверху. Такую штуку нам сделали. Кстати, хоть и говорят, отель 4 звезды, но нам за $1 постель меняют каждый день. Да. И у нас чистые полотенца. В общем, в Египте $1 творит чудеса. Поэтому не жопьтесь. Наш этот уборщик теперь наш любимый друг. Да, и мы у него любимые женщины. Он нас встречает, открывает нам дверь. Радостно. Вообще, конечно, мы на него не обидели, но счастливы. Креативщик. Сегодня вот у нас такие штуки. 2 штуки. Кажется, у него уже кончается фантазия. Хорошо, что мы тут на 2 недели, а не на 3. А то бы он бедный мозг свернул. Что ой, же нам? Другие. Они ну да, он ни разу, зайчик. Он ни разу не повторялся. Пока вот фантазии хватает дяденьки нашего. Причем классный такой. Тут удивительно, что в этом отеле вообще весь персонал русский понимает, причем хороший русский. Говорит. Я там с бирменом же здороваюсь, говорю здрасте. Он уже вчера мне тоже говорит здрасте. До этого говорил привет, выучил новое слово. Да. У нас сегодня 2 лебедя. Лебедя. На кроватке. 2 лебедя. Жарко. 38. Мы обиделись на нашего уборщика, что нет лебедей сегодня. Мы же еще не уезжаем, а он их захерачил в ванной. Лебединое озеро.